Здравствуйте! Как понятно из названия нашего ролика, тема подложки. Что такое подложки? Для чего они нужны? И какие бывают подложки? Если на первый вопрос ответ прост – подложка – это материал, наносимый под краску, то ответ на второй вопрос требует особых пояснений. Для всех производителей ремонтных красок актуальна проблема неукрывистости, в том числе и ведущих производителей. Основная причина низкой укрывистости краски – это наличие в рецептурах прозрачных и полупрозрачных пигментов. Для чего нужны прозрачные пигменты? С появлением эффектных частиц, алюминиевых зерен, перламутров, ксераликов изменились требования к свойствам пигментов. Пигменты должны пропускать свет. Рассмотрим первый вариант. В краске содержатся алюминиевые зерна и непрозрачные пигменты. Свет попадает на краску и отражается от нее, не проходя вглубь. То есть наши пигменты не пропускают свет. Пигменты частично перекрывают металлические пластины, и зерна выглядят мельче. Рассмотрим второй вариант. В нашей краске содержатся алюминиевые зерна и прозрачные пигменты. Свет проходит сквозь пигменты и отражается от частичек металлика. Размер металлика виден полностью. Если в краске много алюминиевых частиц, укрывистость остается хорошей. Если мало зерен, а больше пигментов, укрывистость становится хуже. И третий вариант. В краске содержатся прозрачные пигменты и прозрачные перламутры. Свет проходит сквозь пигменты и перламутры до подложки и отражается от нее. Цвет краски зависит от того, как отражается свет и как воспринимает его наш глаз. Все поверхности, имеющие коэффициент отражения более 60%, называются белыми. Черная поверхность почти полностью поглощает весь свет и имеет коэффициент отражения не более 10%. Каждый оттенок имеет определенную степень светлоты. Если степень светлоты подложки совпадает со степенью светлоты лакокрасочного материала, то это положительно влияет на укрывистость всего лакокрасочного покрытия. В программе Green Line всегда указывается вариант подложки, если цвет состоит из прозрачных пигментов. Разберем рецептуру. 4 пигмента, входящие в состав краски, полностью прозрачные, и только один пигмент, перламутр, непрозрачный. Его содержание 25% краски. В программе рекомендовано использовать подложку красного цвета, но очень часто можно заменить цветную подложку на ахроматическую, подобрав нужную степень светлоты. На практике для выбора нужной подложки по светлоте я рекомендую использовать вот такую универсальную пластину. Для удобства использования я рекомендую ее заклеить по вертикальной полосе и наносить нашу краску в 2-3 слоя. Я сделала выкраску по рекомендациям из программы с использованием указанной подложки и нанесла на нашу универсальную карточку с ахроматическими подложками для того, чтобы выбрать нам подходящую по светлоте. Мы видим, что цветную подложку мы можем заменить на ахроматическую, сделав ее из грунта, тем самым сэкономив краску. Отдавая краску маляру, мы можем показать рекомендованный цвет грунта и также указав, как изменится цвет, если пренебречь нашими рекомендациями. Спасибо за внимание. С вами была Елена Евдокимова. До новых встреч!